рыбалке. Хотели опять пойти исследовать наши малые реки, но место, которое мы выбрали, к сожалению, по прибытию, оказалось, что она высохла. Плавать там невозможно. И ничего нам не оставалось, как идти тогда рыбачить по Паше. Чем мы, конечно же, очень сильно расстроены, хотели посмотреть малые реки, поизучать их. Вчера, пока сплавлялись, была поймана одна царь-рыбина. Есть! Да ладно. Кто это? Не понимаю. Окунь, окунь. А, не ищи, ни хера себе, ты посмотри. Трофей, Олег. Ну да, да. За ней сюда и ехали. Купили новый реб-гриб. Олег, Олег. Опа. Ну, малыш, да? А чё ж такие маленькие-то? А, ну вот, видите, вот таких рыбок и ловим. В общем, сплавлялись вчера по Паше, нашли островок, там заночевали. Ночь была ужасная, Вадик просыпался как ребенок каждый час. Ему казалось, что у нас под лодкой бьется огромная царь-щука. Выбегал, делал забросы постоянно, пытался ее поймать. На самом деле, конечно, это был порожек небольшой, который бурчал. Но вот что-то Вадику снилось. О, трофей. Рудра, да? Рудра. Рудра, рудра. Что тут? Ну, как-то так, будем сплавляться, будем рыбачить. Но на самом деле я вот очень расстроен. Не люблю, когда все идет не по плану. Не, я знаешь, что понял-то, Вадик? Вдруг меня что-то осенило. Египет запрещен. Турция тоже была запрещена. У мужиков ничего не оставалось, как организовать какую-нибудь поездку. Там в тайгу на рыбалку. На Ми-8 там все. Мужики созвонились. Ну, жены, что они такие говорят? Ну да, ну раз такая тема. Вариантов нету, да, ну есть, ладно, я типа останусь шопиться с подругами. И мужики уже все организовали, они уже наняли вертолет, купили снасти, все, поделили у кого какая роль, кто какой баллон катамарана потащит. Ну, в общем, все расписано у мужиков. И вдруг, опять зацеп, и вдруг Вадик Путин открывает Турцию, жена звонит, говорит, все, в жопу твою рыбалку, едем в Турчагу. Ты представляешь, какой там скандал, какой там крик. Сколько будет разводов в этом году зафиксировано, ты прикинь. Вот, если среди наших зрителей есть такие мужики, примите наши соболезнования. Рыба, рыба. Да, щучка. Ну, маленькая, да? Давай проверю. Хочу эту штуку испытать. Хорошенькая. Вадик, тихо. Не упусти тихо, только. Тихо. Ну тогда отпусти, пускай она поплавает еще, если так сразу не можешь взять. Выведи. Что там, полторушечка, да? Да. Ты так либо гриппом сразу не возьмешь, она же... А, да? Надо, чтобы подустала или еще что-то. Бери за спину, короче, Вадик. Хочу. Вадик, ты сейчас упустишь рыбу мою. Не упущу. Если что, дам тебе новую. Рудра? Рудра желтенькая. С центра. С центра, да? Все-таки они берут оттуда. Ну там мелко было, что вон там перекатики такие, но вот она стояла. Я еще не сразу понял, думал, зацепился за камень. А как-то он легко поднимается. Думаю, ну все, ништяк. Была бы царица, ты бы ее спустил мне. Да, маленькая, конечно. Телушка. Побольше чуть-чуть. Не, ну Олег, это результат. Что ничего не скажешь. Слушай, такая тигровая, да? Вот и офигеть. Ну вот и все, прекрасно. А не, вот. Хотел увидеть, чтобы кто-нибудь ее сейчас сожрал. О, ушло, ушло. Снял? Да. Бляха. Слушай, я не знаю, ну либо такой адский зацеп, либо реально хватка была боковая. Что, ну как раз на конце переката, там должна щучка-то быть. Вот потерял этот мегабас зеленый, кислотный. Сейчас на него было бы здесь хорошо. Ну
Датчик эхолота. Он сейчас ударится. Все, ударится сейчас, Вадик. Вообще знатный окунь. Смотри, как красивый какой. Слушай, это очень приятный окушок. Сейчас я его. Блин, якорек бы кинуть, да? Покажи-ка, друга. Сейчас я его сниму. О, шикарный экземпляр. Он вообще отлично взял, прям так. Ну давай. Подачку туда. Оба, хрен там. Все, глаз народа увидел. Бросать не умеем. Есть, снимай. Снимаю. Сошел. Сошел. Окунек? Угу. Или щучка? Окунек. Не, ну все равно хорошо. Я такой только мелкий остался. Хороший, ну нет. Я тебя поздравляю. В общем, да, я сразу взяла. Ну, я говорю, она активная, Вадик, видишь, она долго не переставает. Ног нету крупняка. То есть вот это все, это не щука. Давай. Иди, подруга. Ну, прекрасно, что я могу сказать. Но немного за другим сюда делом, конечно, пришли. И вот, видишь, да, резкое течение, вот стоит куст, и, видимо, ага. Свальчик есть. Вот она стоит прямо. Течение здесь слабое, ага. И вот она по бокам вот, ловит рыбу. О, большой камень, Олег. И что делать? Уже ничего. Красавчик. Вот зеленый, ну, кислотный и натуральный. Все. Больше ничего не надо. Ой-ой-ой, огромная тварь выпрыгнула, хватила мой банан, Олег. Прям не ожидал даже, брат. Сейчас по порогам походим, просто вейдерс покидаем. Вообще будет красота. Вот теперь точно не уйдет. Я думаю, нормально. Я там селенка поймал. Да? Красавчик такого. Селенок стоит. Крупный я не видел. Есть, есть. Ну, челенка взял вот на том перекате, где мы с тобой мотором бороздили. Че, надо выходить из воды. Да, надо сваливать и как бы, я не знаю, что теперь делать. Переждать грозу. Что скажешь, Олег? Ну, рыбачим. Рыбачим, да? Сейчас люди увидят, как мы рыбачим. Ну, вот потому такая активность рыбы и была, Вадик, перед дождем. Да? Угу. Больно долбало, как бешено. Мы по факту реально очень много поймали. Обожаю рыбалку. Рыбалка – это жизнь, мужики. Ё-моё. Это жесть. Конечно. Есть. Есть? Да.
Ну я говорю, вот сразу, говорю, за перекатами сразу стоит щука, пасет. Красавчик. Огонь. Огонь, огонь. Вот за перекатами вообще весело ловить щучку. Блин, нужны щипцы. Ну пойдем за щипцами. Что уж делать. Ну все, Вадик, надо ехать дальше. Нет здесь нифига. Странно, вот здесь должна вот была бы щука. Идеальное место. Ну, короче, все, здесь оставляем. Я за машиной. А ты тогда, ну да, здесь стой, жди меня и паси лодку. Друзья, в общем, идти дальше на лодке очень крайне опасно. Вероятность того, что мы сломаем мотор о камни. 80%, и рисковать этим совершенно не хочется. Оставил лодку с Владиком в деревне, а сам пошел по дороге за машиной. Идти не километров 10. Салат. Ну и что? Рыба клюет активно, но очень сложно. Основная крупная щука, скорее всего, ушла на глубокие места. Здесь все обмелело. И нас застигла еще гроза такая с молнией, очень интересная. Но, в принципе, мы свою взяли. Крупной нету, все, она ушла туда вверх по течению, ближе к лабуге, наверное. К первому притоку. Вот если бы поехали, я думаю, был бы еще шанс. Ну а так, зато поймали, наловились. Интересная рыбалка, и перекаты, и пешочком походили, и в вейдерсах по яйцам постояли. Что еще надо? Стой! Стой! Я заснял это, Вадик. Так, тихо, да не Вадик, не ссы. Легонечко вообще. Больше крика было сейчас делать. Я ж думал, там вошло в мясо прям. Садись. Так потому что надо всегда вот так пристегивать приманки.